узнал о Яне, это было в рекомендации ВКонтакте. Это вообще случайность, лет не случайность, но я все-таки встретил его там. Я зашел в новости, зашел в рекомендации, и сразу же первый пост «Бабах в изнанках просветления». Я думаю, ну, зайду, посмотрю, что это такое. Вот зашел, посмотрю, что это такое. Мне откликнулись все эти слова, которые были в подкастах. И я вот просто не знаю как, но знал. Знал, что да, я здесь, что вот этот вот золотой грааль священный, я к нему пришел. И да, это было интересно, все эти подкасты, какая-то такая мистика, все вот окутано каким-то туманом. Ну а потом этот туман спал, и то, что открывалось потом, это намного больше, чем интересно, намного больше, чем вот это. Мистика, это словами просто передать. Больше всего Яниной трансляции и информации, которую она подает, поразила правда, открытость и чистота. Когда с Яной на вебинаре взаимодействует, вообще происходит все всегда по-разному. Когда она тебя, грубо говоря, спрашивает, ты никогда не знаешь, что будет. Порой возникает страх, порой возникает радость, удивление, вообще целый каскад эмоций. Даже не эмоции, а скорее чувств, переживаний внутри. Уникальность водительства Яны в том, что Яна не оставит человека, не скажет, слушай, вот, ты что-то там не понял, не почувствовал, ага, там разбирайся дальше сам. Нет, Яна прям будет до конца, она будет, вот, пока человек не придет к ответу. В этом уникальность, то, что человеку не дают какие-то там готовые знания, шаблонные, а Яна как бы вот так мягко, нежно подводит к ответу, и ты потом такой, ух ты, это вот так вот было на самом деле, больше похоже на алхимию. Она как будто бы ведет маленького ребенка к какому-то ответу, что ребенок задал вот вопрос, покажи мне, ну, например, песочницу, как выглядит. Она вот ведет через, там, одеваетесь, выходит через подъезд, ведет через какие-то дворы, и потом говорит человеку, вот ты тут найди песочницу. То есть Яна не показывает пальцем, что ага, вот тут вот эта песочница. А ребенок сам смотрит и находит эту песочницу. И от этого прямо радость переполняет. Опять же, уникальность, в отличие от других источников, в том, что она не на пустом месте это все говорит. Она не сидит такая, ага, вот у вас там это из-за этого, а у вас там то-то из-за того-то. Она всегда подводит к ответу. Нет такого, что Яна, вот у меня к вам вопрос, какое небо? Она скажет, голубое. Нет, она даже никогда не скажет. Она скажет, а ты возьми, ты посмотри, какое небо. И все, ты сам увидишь. А ощущение от Яны, как будто тебя окочуривают холодной водой, и ты сразу бодрячком. Вот эта чистота вот воды этой кристально чистой, и энергетика точно такая же у Яны. Кристально чистая и пробуждающая. А вспоминая себя на момент начала практа и взаимодействия с Яной, могу сказать, что это был вовсе не я. Что это как будто бы вот другой человек. Сейчас, на данный момент, вообще удивительно то, что происходит. Я себя таким, честно, никогда не помню. Самое главное, что я также получил, это ключи, как себе помочь в тех или иных ситуациях. И даже слова Яны, которые, возможно, как-то прилетели вскользь, но от Яны таких слов точно не будет вскользь. И тогда, когда они нужны, они всплывают в сознании, и ты знаешь, ага, вот так я в этой ситуации могу себе помочь. Если вспомнить, опять же, себя раньше, как я справлялся с проблемами, то я с ним на самом деле не справлялся. Я просто уходил. А сейчас чаще всего я знаю, как себе помочь. Я не бегу от этого, я там сажусь и говорю, ага, в чем сейчас причина, и пытаюсь привести самого себя к ответу. То, что происходит на вебинарах, взаимодействие Яны с участниками, она дает там прям очень значимые ключи, которые, казалось бы, такие простые, но они так отлично помогают. И если взять, например, вот первый этап, то, что было в первом этапе, это всего лишь подготовка, а вот на втором этапе там уже прям идет действительно глубина, прям soul deep. Ключи, которые дает Яна, я вообще нигде не встречал. Что бы я хотел передать Яне? Хочется молча сказать спасибо. Даже не сказать, а передать молча спасибо.